я вот переделала немножко вот это вот. Я перевод рассказываю. Это стихотворение по-французски. Внимание. Нарисовал художник речку, но полотно дало утечку. Гарри веселит слово утечку. Нарисовал он воробья, тот улетел, мои друзья. Но надо сказать, что художник по-французски артист. Видимо, поэтому нас заинтересовал, что артист, артистка, понимаешь? Он рисовал гиппопотама, пока не затрещала рама. Писал он звезды в высоте, прожег 7 дырок на холсте. Тогда решил он на картине дверь написать посередине. И через дверь явился в дом, туда, в тот замок, где живем. Здорово. Здорово. Утечка. Понравилось слово утечка. Можно я мою любимую сыграть? Бом-бом-бом. Сейчас, подождите, бом-бом, я запишу. Бом-бом-бом. Французском языке. Тайком. Тайком, да, это сюрприз. Жизнь для себя превратить.